Привет, друзья! Сегодня готовим вкуснейшее шведское печенье с джемом. Очень простое и быстрое приготовление и очень красивое. В миску кладем мягкое сливочное масло, добавляем сахарную пудру и все размешиваем до однородного состояния. Добавляем ваниль по желанию, одно яйцо, капельку соли, если масло не соленое. И в конце муку в два приема. Хорошо перемешиваем. Формируем печенье. Делаем шарики размером с грецкий орех, окунаем в сахар и выкладываем на лист для выпечки. Пальчиками слегка приминаем шарики. Это делается для того, чтобы печенье не потрескалось во время выпечки. Делаем в середине каждого шарика углубление. Я делала ручкой скалки, мне так было очень удобно. Заполняем углубление джемом. У меня сегодня клубничный. Выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке 20-25 минут. Готовые печенья практически не изменились в цвете, они такие же светлые, но если перевернуть и посмотреть вниз, он должен быть светло-золотистый. Если же низ печенюшек бледный, надо допечь еще 5-10 минут. Делаем сахарную глазурь. В сахарную пудру по капельке добавляю молоко или лимонный сок и размешиваю до густоты, которые не растекаются на ровной поверхности. И глазурь я всегда делаю на глаз. С помощью маленького целлофанового пакетика с отрезанным уголком, в который я поместила сахарную глазурь, я украшаю печенье. Вот таким способом. Благодаря этому способу украшения печенье получается очень красивое. Вот такая красота получается. Печенье очень вкусное, нежное и рассыпчатое. Кушайте на здоровье, приятного аппетита и хорошего настроения. Пишите комментарии, ставьте лайки и до новых видео.